В этом году в Ишиме откроют новый дворец культуры. Его возводят в рамках регионального проекта «Культурная среда». На строительство из областного бюджета выделено более 400 миллионов рублей. В здании площадью 5000 квадратов будут зрительные и танцевальные залы на 500 и 200 мест, кабинеты для творческих объединений и буфет. Готовность объекта около 70%. Штукатурка практически везде черновая выполнена. Частично уже выполнены и чистовые отделочные работы. Это облицовка плиткой санузлов. Где-то там подготовительные идут работы. Инженерные сети вовсю сейчас в работе идут. То есть это канализация, водоснабжение, электрика, всевозможные там слаботочные сети, пожарные, система пожаротушения. Ну, все мероприятия. То есть подрядчик по графику идет, работает. С наступлением тепла начнется и благоустройство прилегающей территории. Высадят около 60 деревьев, появятся светильники, сухая речка, скамейки. Неподалеку оборудуют парковку на 50 мест. А между Дворцом культуры и улицей Привокзальной установят большой детский игровой комплекс.